Меня зовут Котов Константин, я бывший политический заключенный. В моем подъезде, конечно, меня знают, потому что мой сосед участвовал даже в качестве политолога во время обыска у меня в квартире. Многие другие люди не знают, кто такие политзаключенные, не знают, что многие люди сейчас несправедливо сидят. С этим надо что-то делать, и одним из способов является вот газета, которую можно взять, раздать по подъездам, раздать по домам, чтобы люди все-таки знали. Буквально пару минут, и 15 человек получат информацию о политзаключенном.